Закройте глаза. Почувствуйте свое тело. Почувствуйте свое сердце. Почувствуйте, что ваше сердце всегда связано с Творцом. И вообще со всем, что есть. Почувствуйте, что ваше сердце – это ваш центр. И теперь почувствуйте, что из центра, из самого центра планеты Земля поднимается вверх поток энергии. Он доходит до ступней ваших ног, входит в ваше тело, поднимается по вашим ногам, все выше, выше и выше. Энергия поднимается выше, наполняя каждую клеточку вашего тела. Ваше тело расслабляется. Поток энергии вырывается наружу через макушку вашей головы, через коронную чакру. И этот поток энергии над вашей головой образует прекрасный шар света. И сейчас отметьте, какого цвета этот шар. И если вам кажется, что вы не видите этот шар, просто спросите себя: а если бы я видела этот шар, то каким бы он был? Какого бы цвета он был? И представьте его. И теперь представьте, что вы маленькие-маленькие оказываетесь в самом центре этого шара. Вы в этом шаре. И вы отправляетесь вверх. И вы представляете, что путешествуете все выше и выше. И чем выше вы поднимаетесь, тем больше расслабляется все ваше тело. Представьте, что вы оказываетесь во Вселенной. Прекрасный шар света прозрачный. И вы видите все, что есть вокруг. Вы видите звезды и другие планеты. Полюбуйтесь красотами Вселенной. Посмотрите на эти звезды и планеты. И вам нужно подняться выше, еще выше. И поднимаясь выше, вы выходите за пределы Вселенной. И там, за пределами Вселенной, есть очень яркий свет. И вы поднимаетесь через него еще выше. Еще выше и выше. А дальше будет узкое пространство, яркие огни, но вы проплываете еще выше. И теперь вы оказываетесь перед очень знакомым ярким светом.
сияет и искрится золотистым цветом. Вы проплываете эту область золотого цвета. Вы поднимаетесь выше и выше. Вы проходите насквозь этот цвет. И сейчас, возможно, на вашем пути вам встретятся ангелы, боги или богини, какие-то другие духовные мастера, которые могут помочь вам подняться еще выше. И вы поднимаетесь еще выше. И вдруг перед вами оказывается желеобразная субстанция. Она переливается всеми цветами радуги. Это законы Вселенной. Это законы, которые создают все творения. И вы двигаетесь дальше. И здесь вас встречает розовый цвет. Это закон милосердия и сострадания. И он сопровождает вас к большому жемчужно-белому искрящемуся окну. И через это окно вы поднимаетесь выше и выше и оказываетесь в пространстве жемчужно-белого света. И образы растворяются. И чем больше вы расслабляетесь, тем лучше вы видите этот цвет и чувствуете этот цвет. И почувствуйте, что каждая клетка вашего тела наполняется жемчужно-белым светом. Вы едины со всем, что есть. И теперь вы можете поблагодарить Создателя и всех своих видимых и невидимых помощников и попросить о помощи. Творец всего сущего и все мои видимые и невидимые помощники, я благодарю вас. И прошу, прямо сейчас окутать меня и всех моих родных и перечислить их имена . Прошу окутать цветом твоей божественной любви. Прошу окутать энергиями твоей безусловной любви жемчужно-белым светом. И создать вокруг каждого из нас защитный кокон из твоих световых потоков. Я благодарю тебя. Это сделано, сделано, сделано. И пронаблюдайте все. Засвидетельствуйте этот процесс вокруг вас и всех членов вашей семьи, ваших родных, детей, всех, чей образ вы представили, образуется волшебный, искрящийся, состоящий из жемчужно-белых искрящихся энергий, световой кокон,
Это броня, это защита, это надежная опора. Этот кокон предназначен для защиты и охраны. Увидьте и засвидетельствуйте этот процесс целиком и полностью. И вы, и все члены вашей семьи, ваши дети окутываются и образуется защитная броня, кокон, оберегающий и защищающий. Теперь мысленно скажите: мое тело свободно от вредных воздействий. Смотрите на всех ваших близких и скажите: Творец всего сущего, прямо сейчас тела моих родных свободны от всех вредных внешних воздействий. Прямо сейчас все мои родные и близкие, мои дети освобождаются от всех негативных и ограничивающих программ. Я позволяю себе здесь и сейчас легко и естественно и чудесным образом проявлять свое божественное духовное мастерство. Я позволяю себе здесь и сейчас легко и естественно, чудесным образом быть человеком с божественным уровнем сознания. Мое тело мудрое и осознанное. Я позволяю своему телу делать мудрый, интуитивный выбор образа жизни. Выбор, который наилучшим образом удовлетворяет потребности меня, моего тела. Я принимаю жизнь такой, какая она есть, с любовью и благодарностью. Сфера моего сознания сбалансирована и очищена, и я легко управляю процессом мышления. Мое сердце здесь и сейчас очищается, и все это происходит легко, естественно и комфортно. Я позволяю себе жить сердцем и верить сердцу. Моя интуиция – это голос сердца. Я всегда использую свою интуицию и сверхспособности на пользу всем и каждому. И себе, и всем моим родным, моим детям. Двадцать четыре часа в день моя интуиция и сверхспособности служат моим высшим интересам и указывают мне наилучший путь к истинным целям. Мой канал связи с Создателем открыт и чист. Я живу осознанно. Я знаю голос моей интуиции. Я доверяю своей интуиции.
Я благодарю тебя. Это сделано, сделано. Я теперь знаю, как это чувствуется, иметь абсолютно развитую интуицию. И принимаю это нормально и естественно. Я теперь знаю любовь, как ее чувствует Создатель. И в этой любви развиваются мои интуитивные способности. Раскрываются все способности сверхсознания. Я знаю, как это чувствуется, доверять своей интуиции. Я знаю, как это чувствуется, быть соединенным Создателем. И почувствуйте, как вы едины со всем, что есть. Поблагодарите Творца, всех своих видимых и невидимых помощников. И прямо сейчас попросите, что вы хотите изменить в своей жизни, чему вы хотите научиться. Попросите Творца и всех своих помощников. Пронаблюдайте все, как свершившийся факт, засвидетельствуйте целиком и полностью. И теперь представьте, что вокруг вас образуется прекрасный шар света. И вы омываетесь в энергиях Создателя. Каждый в своем темпе возвращается. И теперь напишите, как вы себя чувствуете, в каком вы состоянии, что с вами происходит. Почувствуйте, что у вас внутри. Там все наполнено жемчужно-белыми энергиями, безусловной любовью Создателя. И вы чувствуете себя в безопасности. И вы теперь знаете, что вокруг вас и ваших родных, ваших детей есть защитный кокон, состоящий из этих волшебных, исцеляющих энергии Творца. И вы чувствуете, что вы находитесь в балансе, как на душевном уровне, так и на физическом уровне.